Какая красота сегодня 8 июля в Херсонесе. Вторник, поэтому практически никого нет. А на пляже, все люди на пляже. Все, которые бездельники, почему-то не работают. Дети и старики, они заняли все уже пляжи. Даже яблоку негде упасть. И поэтому тут такая тишина и только шум, значит, штормовых волн. Вон, видно, белые барашки это. Штормик небольшой. Люди здесь купаются, хотя запрещено, не знаю. Раньше так свирепо тут гоняли купающихся, а сейчас, по крайней мере, в дикой западной части купальщики есть мужеского пола.